праздничные дни соблазн сесть за руль под шофе или после застолья очень велик. Поэтому сотрудники Республиканской госавтоинспекции все новогодние каникулы по традиции в усиленном режиме надзирали за дорожным движением. В ходе массовых проверок за полторы недели инспекторы выявили почти 1800 нарушителей ПДД и задержали 96 пьяных водителей. Причем каждый десятый из них повторно управлял машиной в состоянии опьянения. Что делать с такими автолюбителями, советовали опытные шоферы. Вот у вас, наверное, стаж вождения большой. Да, 79-го года. Вот. Как вы относитесь к таким вот проверкам массовым, которые мы проводим? Я отношусь очень положительно. И тех, кто вы ловите нарушителей, которые нетрезвы за рулем, мое мнение, лишать пожизненно. Среди почти 2000 нарушений самыми распространенными стали выезд на встречную полосу движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам и непристегнутый ремень безопасности. А вот 8 января инспекторам ДПС пришлось устроить погоню за злостным нарушителем. На Лямберском шоссе в Саранске водитель «Лада Приора» проигнорировал требования об остановке и пытался скрыться. Машина двигалась на Химаш, однако на улице Пролетарская гонщик совершил касательное столкновение с припаркованным на обочине автомобилем. Впрочем, это не остановило его, и он поехал дальше. Погоня продолжалась до улицы Косарева. Заехав в тупик, водитель бросил свою «Приору» и попытался скрыться за домами. Однако его задержали сотрудники ДПС. Водитель, скажите, пожалуйста, вы зачем так быстро ехали, не подчинились требованию сотрудников? А вы понимаете, что вы угрожали безопасности дорожного движения других людей? Естественно. То есть вы это целенаправленно делали? Испугался. А почему испугались? Состояние аффекта. А почему у вас было состояние аффекта? Вы водительское есть у вас? Конечно. Вы сегодня употребляли спиртные напитки? Не употребляю совсем. А тогда почему вы на требования сотрудников не остановились? Эти красно-синие мигалки, видите? Они очень страшные. То есть вас испугали мигалки у патрульного автомобиля? Естественно. Весь путь 20-летнего нарушителя попал в объектив патрульного регистратора. В итоге, после изучения записи, в ГИБДД составили на водителя 8 административных материалов, штраф по которым составил более 5000 рублей. А за оставление места ДТП суд назначил ему 2 суток административного ареста. Госавтоинспекция Мордовии в очередной раз напоминает участникам дорожного движения быть дисциплинированными и не подвергать свою жизнь и жизни окружающих опасности. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».